Никель может получить статус территории опережающего социально-экономического развития. Об этом говорили на заседании рабочей группы по модернизации монопрофильных муниципальных образований. Никель получит статус ТОСЭР вслед за Кировском, где проект уже реализуется. К 2026 году планируется привлечь порядка 20 резидентов, позволяющих создать не менее 500 новых рабочих мест и инвестиции на сумму около 300 миллионов рублей. Потенциально на новый статус также претендует еще два населенных пункта области – Ревда и Заполярный.